Привет. Сегодня хотел бы показать очень интересного производителя биологически активных добавок или лучше сказать нутрицептиков. Ну вообще как их только не называют. Но единственное, что мы понимаем, что отношение к БАДам, ну оно, откровенно говоря, никакое. И это обосновано, потому что 80%, а то и 90% поддельные, сделанные непонятно кем, непонятно где, непонятно как и непонятно зачем. Потому что производители, как правило, слабо себя представляют, какие должны быть дозировки, зачем это надо, да, все. И там сидят какие-то технологи, которые, ну, что-то поверхностно посмотрели, а давайте сделаем какую-то комбинацию, допустим, из 50 трав. Зачем такое количество? То есть иногда чем руководствуются производители, не очень понятно. Ну ладно, это я отвлекся. Давайте по поводу производителя. Очень интересный. Я никак вот с этим производителем не связан. Кстати говоря, никогда этого производителя не было на iHerb, ну и не могло быть. А причина, по которой вот этот производитель никогда бы не мог появиться и не появляется на iHerb, очень простая. Все дело в том, что эта компания предоставляет свою продукцию. Вот у них, кстати говоря, ну, можно выбрать, да, то, что интересует. Есть рубрикация. Здесь нету главного, да, здесь нету цен. То есть есть описание подробное, принадлежность к категории, значит, информация какая-то, но опа, а цены нету. Вот что за странный, да, магазин такой. Оказывается, что эта компания, можно приобрести продукцию этой компании только если ты имеешь лицензию натуропата. То есть вот такое строгое ограничение. То есть компания продает свою продукцию только врачам с лицензией, потому что ее задача не впарить абы что, а продать врачу, который назначит вот их продукцию в правильных дозировках, в необходимых, строго по назначению и проследит конечный результат. То есть врач-натуропат должен, его задача потом посмотреть, насколько эффективна его терапия, то, что он назначил. А это делается по анализам. Единственный метод, да, узнать, насколько работает биологически активная добавка или нутрицептик, это посмотреть по анализам. Вот. Интересно же, да, ведь, потому что у нас, по сути дела, ну, фитотерапия – это самолечение. То есть люди смотрят блогеров, потом на iHerb подбирают себе, как правило, сами вот терапию этими нутрицептиками. Затем они могут сами себе отменить лечение и сказать, а зачем мне, собственно говоря, лечиться, зачем мне лекарственные препараты. Дай-ка я посмотрю в интернете, что говорят по поводу натуропатии. Можно ли заменить какими-то травами или биологически активными добавками. И зачастую отменяют себе лечение и заменяют его на, собственно говоря, то, что они выбрали на сайтах, да. Вот подход этой компании такой, что врач должен определять. И вот этот врач-натуропат, в отличие от самолечения, когда лекарства нужны, допустим, и антибиотики, и гормональные препараты, и любые другие, он не скажет, вот вы принимаете нутрицептики вместо препаратов. Он наоборот скажет, вы примите, ну, прописанные вам препараты химические. И после этого, да, мы можем как-то заменить, перейти на нутрицептики. То есть он не будет так тупо советовать, значит, химия это все зло, давайте лечиться только натуральными препаратами. Ничего подобного. Такого как раз и не бывает. Грамотный натуропат, он абсолютно хорошо будет сочетать нутрицептики с обычным стандартным лечением. И никогда не скажет, вам нет необходимости применения лекарств, да, обычных.
Вот производитель. И что касается, допустим, вебинаров, то есть у этого производителя есть еще и вебинары, где он рассказывает о том, как сделаны препараты, на основании каких там протоколов и клинические испытания проводятся, и исследования инвитро, инвиво и так далее. Но чтобы посмотреть, да, вот данные вебинары, тут написано, вы должны быть зарегистрированы как лицензированный доктор натуропатии для того, чтобы посмотреть этот вебинар. Все очень просто. Даже обычный человек без лицензии по натуропатии не может даже ознакомиться вообще, о чем тут речь идет, да? Настолько вот строгие условия и критерии к тому, кто потребляет эту информацию, кто купит, значит, эту продукцию и как потом он ее назначит конкретному человеку. Вот уровень ответственности. Не погоня за барышом, не погоня за продажами, лишь бы продать, а действительно желание принести максимальную пользу. Опять же повторю, я никакого отношения к этой компании не имею. Я узнал это ее из литературы, потому что есть определенный круг врачей, да, натуропатов с лицензией. Вот они закупаются, скажем так, на этом сайте и пользуют эту продукцию. Причем они знают, что вот если они назначили, да, этот препарат, вот 100% он будет работать. Здесь никакого подвоха нет, все изучено, все клинически стандартизировано. То есть замечательная идея. Вообще, по большому счету, вот так и должны назначаться БАДы. По-моему, даже сейчас хотят закон ввести, чтобы в России доктора тоже назначали БАДы сами. Но единственная проблема в России, ну, врачи, как правило, не очень понимают, что за такое натуропатия, фитотерапия и так далее. Они очень и очень далеки от этой темы. На этом все.